леди и дамы, доньи и сударыни, а также их джентльмены и господа, судари и доны, сеньоры, я вас всех приветствую исключительно категорическим образом. Сегодня вновь Евгений Александрович с его стихотворением «Пожелание». Для кого исполнение? В общем, для всех, в частности, для тех, кто в день просмотра этого ролика будет отмечать свой день рождения. Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Дай Бог быть тертым калачом, не сожранным ничьей шайкой, ни жертвой быть, ни палачом, ни барином, ни попрошайкой. Дай Бог поменьше рваных ран, когда идет большая драка. Дай Бог побольше разных стран, не потеряв своей, однако. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила даже нищим. Дай Бог лжецам замкнуть уста, глаз Божий слыша в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Не крест без крестья мы несем, а как сгибаемся у Бога, чтоб не извериться во всем. Дай Бог, ну хоть немного Бога. Дай Бог всего, 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 и сразу всем, чтоб не обидно. Дай Бог всего, но лишь того, за что потом не станет стыдно. Спасибо за внимание. Взвешенного компромисса всем вам.